Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы дождались. Наконец-то вышел Tremor, и сегодня мы за него поиграем и сделаем полный обзор всего, что у него есть. Итак, вот он, земляной ниндзя. У него есть три стиля: кристаллический, афтершок и металлический. А в первом он приобретает кристаллизацию и призыв кристалла, во втором получает землетряс. Strategic Music. Тут явно побывали. И воздушный землетряс. А в металлическом лавовая кожа и золотая кожа. Выбираем любой. Выбираем противника. И смотрим, как они расходятся. Ну что ж, друзья, давайте смотреть. Начнем с его нормалов. 1, 2, 3, 4. Вниз 1, вниз 3, вниз 2, вниз 4. Интересно у него вниз 4. Посмотрите, он не бьет ногой. Причем дальность очень неплохая такая, да, у этого удара. Так, теперь давайте смотреть другие нормы. Назад 1, назад 2. О, назад 2, смотрите, это уже лаунчер. Он нас на комбо выводит. Вперед 3. Это не лаунчер ли? Это, можно сказать, что это лаунчер, да, смотрите-ка. Ничего себе. А он уже меня удивляет. Вперед 4, назад 4. Очень длинный. Заметьте, да, что он кувыркается, делает кувырок назад, при дэше назад. Дэш вперед. У него довольно длинный. Захват смотрим. Обычный. И вперед. Это вперед 2. Оверхедом является удар. Его заблокировать можно только стоя. Так, ну с нормалами вроде разобрались. Давайте еще прыжочки посмотрим. 1 в прыжке, 2 в прыжке, 3 и 4. На месте посмотрим. Все, теперь будем смотреть приемы. Сначала посмотрим все белые приемы, не классовые, да? А потом уже классовые, то бишь те, которые присущи какому-то стилю. Итак, падение камня. Вниз, назад, 3. Это оверхед. Асэкспой. Асэкспой, я так понимаю, да, выводит на комбо. И без экспы тоже на комбо выводит. То есть это получается миксап. Мы можем делать комбо любое, да? А потом этот удар делать, прерывать комбо, и когда летит противник оверхед, мы будем понизу бить, если такая комбо есть. Но это мы еще разберемся. Близкое падение камня и далекое. То бишь, он может контролировать падение камня. Если мы ничего нажимать не будем, то он самонаводит этот камень. Можно держать назад, а можно держать вперед. То есть, чтобы за противником камешек падал. Каменный ливень. Ну, это все то же самое. Это мы только что посмотрели. Пульс земли. Вниз, вниз. 4. Так, а это что? Это неблокируемое землетрясение. Асэкспой. Посмотрим, на комбо это выводит нас? Нет, никак. Никоим образом.
Теперь давайте смотреть его комбо белые тоже. 1-1. 1-1-4. Так. 1-2. 1-2-3. 1-2-3. А, стакается. А, 1-2 вниз 3. Ну, это с низом по-любому, да? Комбо. Оу, это еще и... Это еще и офигительнейший... лаунчер, друзья. Неплохо. И комбо, я так понял, это оно не очень-то и наказуемое. То есть, видите? Тремор быстро после него восстанавливается. А если оно еще и... Да, давайте проверим просто. Блок поставим. О, не, за такое не накажешь, мне кажется. Может быть. Потому что расстояние между противниками образовывается. Зазор. Но восстановление стало меньше, когда именно по блоку попадаешь. Так, что еще у него есть? Вперед 1-2. Вперед 1-2-1. И можно продолжить чем-нибудь. Телотрясение. Так, назад 1. Назад 1-2-1. Это, я так понимаю, хард-нокдаун комбо, да? И оно ничем не продолжается почему-то. Жаль, потому что можно было бы вот это сделать. Назад 1, вниз 4. И назад 1, вниз 4, вверх 4. Так, комбо с низом. И, возможно, это лаунчер. Нет, это не совсем лаунчер. Но продолжить его явно можно. Да, можно. А у стены давайте посмотрим, что будет. Да, у стены можно, в принципе, зацепиться за противника в таком случае. Неплохо. 2-1, 2-1, 2. Это я вроде бы уже делал, да? Оверхедом заканчивается комбо. И ничем не продолжается. 2-1, вниз, 4. Но это комбо можно явно продолжить. Это заметно. Причем можно сделать оверхедик вот такой. И вот так вот, по-разному, да, его обманывать. 2-1, вниз 4, вверх 4. О! Ну это вроде бы уже комбо была. А, только это немножечко другая вариация. 2, назад 2, 4. Ага. Ну это... Это на самом деле не очень хорошая комбо. Почему? Потому что назад 2 это уже лаунчер. А 4 нам все портит. Поэтому не будем ее использовать особо. 3-3. Комбо. Это у нас оверхед. Ничем не продолжается. Назад 3, 2. Назад 3, 2, 2. Комбо понизу. Так. Оба удара понизу идут. Все три удара понизу идут. А после второго удара можно продолжить. Назад 3, 2, 2. И все, и на этом комбо закончились. Теперь давайте уже смотреть на наш стиль. Стиль у нас Aftershock. Что этот стиль предполагает? Метание камня. Назад, вперед, 2. А с экспой? С экспой нокдаун. А вниз, вниз, 1. А это что такое? Это отложенное землетрясение какое-то. Но тремор долго восстанавливается. Бьет на любом расстоянии, как я понял, да?
Да, а если с экспой? Тремор быстрее восстанавливается. Что логично, кстати. Воздушный землетряс можно делать. Вниз-вниз один, да, в воздухе? Ох ты, ничего себе. Можно делать на среднем расстоянии, как я понял. На ближнем и на дальнем, если удерживать назад и вперед. Ну, делается не очень удобно, но если привыкнуть, то можно, смотрите, просто противника забить. И давайте с экспой. Это еще и лаунчер. То есть, получается, то есть мы задеваем противника ногой, а потом можем, в принципе, подбросить его вот этим вот лаунчером. Давайте его не у стены будем держать, а вот так. Что-то вот не получается этот прием в комбо сделать с этим, с прыжком. А вот, видите, да? Ну, то есть можно тут что-то интересное придумать с этим приемом. Перекати камень. Назад, вперед, 4. А, это мне уже напоминает кабала. Мне так этой пилы не хватало. Долго делается, долго восстанавливается. Ну, восстанавливается не очень долго, но стартап долгий. И с экспой давайте смотреть. С экспой, в принципе, то же самое. Каменный кулак. Вниз, назад 2. Так. И нужно еще нажимать вверх, да? Каменный кулак вверх. Это у нас... Это у нас, друзья, лаунчер. И вниз, я так понял, о чем он. Да, это у нас уже оверхед и тоже лаунчер. То есть... И вот вниз, вниз-назад 2, вниз лаунчер с оверхедом. Вниз-назад 2, вверх лаунчер. Интересно. Каменный слэм. Давайте с экспой сделаем. Его тоже можно настраивать. Вниз, вверх. В общем, у Тремора видно очень много лаунчеров. Почти все лаунчер. А, отмена. Можно отменять этот удар. Смотрите. Или нельзя, подождите, что-то непонятно. А, видимо, отменять можно только с экспой. И держать можно. Можно с экспой держать этот удар. И с экспой же задержкой можно отменить его. То есть получается, что, смотрите, мы делаем какое-то комбо. Какое-то такое комбо, которое можно прервать. И это комбо мы прерываем вниз-назад 2 с экспой. И делаем дэш. Ну вот у меня сейчас клавиатура регистрирует другой удар совершенно. Из-за того, что комбо такое. Ну не знаю, давайте какое-нибудь другое сделаем. Допустим, вот это. Нет, это у нас не прерывается. Вот это вот. Вперед 1-2-1. Мы делаем... А потом делаем вниз на 2 с экспой. Но видите, он регистрирует, он опять же не то. Ну, в общем, вы поняли. Делается любое комбо, и оно отменяется. Вот, вот с этим работает. Я думаю, что это издержки уже самой клавиатуры. То есть, если у вас есть такие проблемы... То, значит, идем в управление, и там вот либо вот эту настройку меняем, да, либо вот вот эту. И это вам должно помочь. То есть такое бывает, что вы выполняете один прием, а выполняете другой. Это присуще именно вот Mortal Kombat X в 9-м, такой фигни не было. Так, что у нас по приемам? Еще что-то есть. Раскол камня. Вниз-назад 1. Что это такое? Это вот именно...
Это мы уже делали. Это не прожектайл. Это просто удар с большим радиусом. Но с экспой... С экспой, в принципе, то же самое. Но есть тут какие-то нюансы. Можно держать один плюс вверх или один плюс вниз. И что-то изменится. А. То есть, в принципе, этот удар можно удерживать. И можно бить по низу, по средней линии и поверху. Это интересно. Но! А что у нас с экспой? Я так понимаю, что отмену... А, отмена вниз-вниз. И экспу, и... Не экспу можно отменить. Получается, что... Таким образом можно опять же делать отмену и... И сетап, да? Ну да. То есть мы делаем какой-то комбо. Любое, да? Ну, почему-то 2-1 не коннектит. А, нет, коннектит. Если я отпускаю клавишу, коннектит, да? Вот смотрите. А если я, допустим, выберу при отпускании кнопки, выключу эту функцию. Я же кнопку не отпускаю. Тоже, видите, не connected. То есть я нажимаю вниз на Т1, и мне приходится кнопки отпускать. То есть некоторые проблемы с комбами у этого персонажа явно есть. Это большой минус. То есть сетапы с отменой выполняются неудобно. Они постоянно дропаются. Но я думаю, что вы поняли, к чему я веду. Ух ты... И вот такой вот баг у нас интересный. То есть получается, что нам нужно вообще из игры выйти. Поскольку видите, что происходит? Игра думает, что мы используем джойстик. Давайте просто перевыберем тремора. Ну, вот видите, заодно и божок нашли. И другую какую-нибудь поставим зону. Лесочек. Так, я надеюсь, что сейчас кнопочки будут нормально показываться. Да, кнопочки, видите, показываются нормально. Не как с Xbox. И у нас, смотрите, тут что-то какие-то лаги появились. Да, действительно, игра стала просаживаться. То есть с оптимизацией некоторые проблемы. И все, и видите, и восстановилось. Это тоже берем на заметку. Каждый патч это совершенно новый Mortal Kombat, по-моему. Специальные приемы у нас... Вроде бы, как мы все посмотрели, да? Каменный слэм, раскол камня, вот мы сейчас смотрели. Взрыв камня, да? И у нас остался X-Ray. Делаем X-Ray. Понизу бьет X-Ray. Ну, смотрится брутально довольно-таки. А на каком расстоянии его можно делать? На любом. И теперь, друзья, мы будем выбирать тремора в другом стиле. Это был Aftershock. Давайте заодно и зону другую выберем. Менее такую лагающую. Кристаллический возьмем. Стиль. И в перекрестке пойдем. Тут меньше всего нагрузка. Это уже проверено. Так.
В этом стиле что у нас есть? Метание кристалла. Назад, вперед, 2. Так, с экспой. С экспой нокдаун. Катящийся кристалл. Назад, вперед, 4. Ну, что-то мне это напоминает предыдущий стиль, но я не вижу никакой разницы. Кристаллический резачок. Так, вниз-вниз 1, кристаллизация. А вот это уже что-то новенькое. Что же это дает? Временно получает меньше повреждений. А если с экспой? А если с экспой, то, я так понимаю, то же самое. Только еще меньше повреждений ты получаешь. Призыв кристалла. Вниз, вперед, 4. Давайте смотреть, что это такое. Тут несколько опций есть. А, вот он. Вниз, вперед, 3. Что можно с ним сделать? А, с ним можно взаимодействовать. То есть, можно нажать вперед взаимодействие и бросить его. Назад взаимодействие. Так, что-то он не хочет взаимодействовать с ним. Не понимаю я, почему. Назад кью. Если такой... Ух ты, опять, смотрите-ка. Ребят, ну сегодня игра меня просто поражает. Не дает мне нормально снять. Давайте рептилию избивать будем. И вот эту зону выберем. Ну, мало ли, может быть, там именно баг этот распространяется. Может быть, просто игре не нравится, что я очень часто захожу в приемы. Так, призыв кристалла. Значит, вперед кью. Вперед кью с блоком, кстати, мы не смотрели, что будет. Просто больше урона. Вниз кью. А, вот это уже мы можем прыгать. А вниз кью с блоком, интересно, что будет? А вниз кью с блоком почему-то у меня не сработало. А, это то же самое, только с экспой. То есть с броней. Призыв булыжника. То же самое, только мы призываем камешек, я так понимаю, помощнее, да? Прыжок кристалла. Да, все то же самое тут. Далее, кристаллический кулак вниз-назад 2. Вниз... А, и вот все то же самое, да? Можно им бить в разные стороны. Можно задерживать, если это... С экспой, да? И тоже есть вниз, вверх. И отмена, естественно. То есть, в принципе, эти приемы-то ничем не отличаются. Я пока особой разницы не вижу. Ну, прям такой существенный. Кроме того, что мы там вызываем булыжник. Раскол кристалла. То же самое. То есть мы это уже видели. Взрыв кристалла. И все. А насчет комбо давайте посмотрим. Комбо не меняются. То есть я тут желтых комбо не вижу. Хорошо, давайте смотреть стиль металлический. Вот здесь по-любому должно быть что-то интересное. Обязано просто. И в этом стиле у нас такие золотые руки. Что тут предлагает этот стиль? Метание магмы. Вот это интересно. Назад, вперед, 2. По-моему, все то же самое. Катящаяся магма. Да ну что, ребята, ну... Это же уже было. Золотая кожа. Вот, наверное, единственное различие. Вниз-вниз 1. Что же это дает? Что же дает? Тут все то же самое. Лавовый резачок, лавовый кулак, лавовый слэм.
Все то же самое. Раскол магмы, взрыв магмы, падение лавы. Так, а падение лавы это... А, то есть смотрите, какая ситуация. Если мы делаем, допустим, один из ударов, там, вниз назад 3, да, то эффект недолго длится. Но смотрите, какая ситуация. Если мы включаем вниз-вниз 1... Где это золотой выпад? Сейчас мы посмотрим, где это у нас написано. Вниз-вниз 1 мы включаем лавовую кожу, и у нас приемы-то меняются. Золотая кожа. Мы ее включаем, и смотрите, делаем этот же прием. И противник чуть дольше корчится от боли. Получается, что можно использовать другой прием, и будет совершенно другой эффект. То есть противник, видите, корчится. И вроде как урона больше, да? Да, урона гораздо больше. Примерно на 30%. А с экспой что будет? А с экспой лавовая кожа не включается. И можно, смотрите, переключать с одного стиля, да, на другой. Но пока непонятно зачем. Вот, золотая кожа. Тут не написано, что изменяется, но мы-то уже с вами примерно поняли. То есть... Давайте с кулаками посмотрим, что будет. Вот обычный кулак, да? А если магматический, то он уже отталкивает. Так. Урон при этом, ну, особо не меняется, как ни странно. Да, смотрите, при этом лаунчеры действуют еще сильнее. То есть они подбрасывают противника выше, и он дольше держится в воздухе. Я могу, смотрите, несколько ему прописать. Ничего себе, что творится-то, ребят. Я могу три раза сделать ему лаунчер. Три раза сделать лаунчер и потом дать еще апперкот. Так, а обычные удары, интересно, работают? Вот обычный назад 2, да, лаунчер. А мы сейчас включим магму. То же самое, то есть это действует только на приемы, как я понял. Да, 27% просто так. То есть получается, что мы начинаем комбо вот таким образом, да? Делаем что-то наподобие вот, один вперед. Так, чтобы мне сделать? Вперед один, два, один и вот так. То есть мы должны сделать какую-то комбу, которую мы закончим на каменный кулак. Точнее, кулак-то должен быть лавовый. И потом мы будем вот так вот поднимать противника и закончим это дело апперкотом. Но это, ребята, уже будет касаться гайда комбо. Комбо-гайда. То есть мы сейчас рассматриваем персонажа поверхностно. Коли так. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Этот удар в магматической коже... Он, оказывается, лаунчер теперь. Вот оно чего. Но, в принципе, мне это уже начинает нравиться. И вот он снова баг. Золотой кулак. Золотая дуга. Золотой выпад. Ладно. В принципе, мы все приемы рассмотрели, и сейчас будем фаталити смотреть. Интересно. То есть лавовая кожа, она придает очень неплохие эффекты некоторым приемам. Да почти всем. Вы падаете, вы дольше корчитесь. Ну, у вас анимация идет. Стагер, я так понимаю, это называется, да? Причем некоторые из приемов
на комбо выводят, лаунчерами, включается лаунчер. Это сильно. Это достаточно сильно. Так, нет, давайте... Вот на нем давайте, на Рейдене. Фаталити посмотрим. Так, давайте смотреть. Первая фаталити у нас каменная гробница. На среднем расстоянии вниз-назад. Вперед-назад 3. Так, отлагает сейчас. Вот эта фаталити реально клевая. То есть фантазия разработчиков не подвела. Это гораздо лучше, чем у хищника. Заметьте. Второе фаталити не такое клевое, но тоже неплохое. Вниз. Сталагмощь. Типа сталактит, сталагмит, сталагмощь. Интересный перевод такой. Вниз вперед. Назад вперед. 1. Это больно. Неплохо, согласитесь, да? Особенно вот это, то, что он его на кол посадил, это, конечно, жестоко. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Обзорчик закончен. В следующих видео мы уже будем подробно рассматривать, как делать бруталити за Тремора и какие комбо и как выполняются. Да? Какие комбо есть, какие варианты, какие-то, может быть, миксапы, сетапы посмотрим. Ну и... тому подобное. С вами был Некрос. Всем спасибо за просмотр. Играйте и выигрывайте. Всем пока.